Но у них что-то мухи садятся. Это опятки. Не очень. Интересно, как в самолете летит 2 часа. Сосал уже в ботинке-то не будет. Вдоль озера. А вот этот камушек. Можно? Как нет? Она вот так, мы вдоль этой стороны сюда ходили. А вот она вообще не шевелится. Пошевелить у своей головы. Монстры? Туалетные монстры? Да блин! Бобры? Бобры так будут? Ты отворачиваешься, не так? Нет, не Стены лежит на полу. Да, сейчас стена запросто вся рухнет. Смотри, как деревяшка вся сгнила. Вон там, видишь, вместо кирпича было раньше заплатка деревянная.
Я здесь! Я здесь! Кто-то сделал даже каменный все равно с такой плюс. Осторожно, обходи, чтобы не провалиться. Держись, да? Рукой. Да, остался. Без рук, без ног, без топоренка. Ну все сухо, ничего не прогнило. Кто-то делал прям как для себя. Пленку вон, смотри. Может, до конца не будет лапать? Я боюсь, что он пропалится. Да, осторожно. Смотри, сколько тут всяких прикольных стеклянных трубочек. Кинопленка есть. Бак, точнее, от кинопленки. Смотри, коньки лежат. Не хочешь коньки? Почему? Там вон чайник у них спрятан. Я бы хотел разбить тут стекло. Не надо. Я думала, это от пули, пап. О, похоже на ружье, пап. Не надо. Мой муж, наверное, за руку потерял у нас. Мы на балконе этого дома стоим. Тогда неси так, как есть. Нет, я должен открыть. Ну ты закрыл наоборот. Как? Откидываешь эту штуку, нажимаешь и... Да, нажимаешь и открываешь. Нажимаешь крышку в этом месте. Где? Где открываешь? Играю с тобой. Щенок прям ластится. Щенок молодая. Ну как только пройдем на него электропередач, так она перестанет. 60. Это гаражами? Скорее всего, открыто. Зайдешь? Ну, просто так посмотреть. Прикуриватель? Нет. Да, кнопка такая же, как у нас. Он ведро с болтами.